Було страшно. Рівів океан за кормою. Наш корабль, словно щепка в бурлящих волнах. Как она устоит? Против волн, против ветра. Мы погибнем, утонем, стучало в висках. Шлюпки на воду громко кричали матросы. Пусть погибнет корабль, мы успеем спастись. Лодок хватит на всех. Вот обрублены тросы, и мгновения решают смерть или жизнь. За бортом океан, до земли километры. Что такое лодчонка в бурлящей воде? Как она устоит против волн, против ветра? Лодка так ненадежна, не помощь в беде. Пассажиры боялись корабль свой оставить и боялись остаться. Ревел океан. Бог поможет нам гавани судна направить. Так уверенно людям сказал капитан. Бог поможет. И Господу люди молились, уповая на то, что спасение придет. Лишь немногие за борт тогда опустились. Те, кто думал, что в лодках спасение найдет. Темнота еще долго корабль окружала, и не раз поднимался воды грозный вал. Океан был растержен, и смертью дышал он. «Помоги нам, Господь!» — слышны были слова. Сколько времени длился тот шторм, я не знаю, ведь мгновения казались часами тогда. Но сказал капитан: «Все, ненастье стихает». И действительно, стала спокойная вода. Мы увидели небо безоблачным снова. Мы забыли про волны, про смерть и про тьму. Бог поможет. Какое великое слово. Был от смерти спасен, кто поверил ему. Но, увы, мы встречали потом в океане много лодок разбитых. Людей не нашли. Все, шагнувшие за борт, желали спасения, но погибли в волнах. И спастись не смогли, а корабль наш был цел. Дальше путь мы держали, знали, может быть, встретит в пути новый шквал, но без страха смотрели в грядущие дали. Бог поможет, запомнили эти слова. Я признаюсь вам, все это только сомнение, сравнение. Не пришлось мне бывать на большом корабле, но я знаю, есть волны, есть смерть, есть спасение, даже если живу я на этой земле. Церковь Божья, корабль в океане безбрежном, ураганы и волны так часты порой, мир бушует вокруг, мир жестокий и грешный, только в церкви спасение можно найти. Лодки нас не спасут, если кто-то захочет опуститься за борт и покинуть корабль. Океан не позволит доплыть в одиночку. Вас настигнет восьмой или девятый левал вместе. Мы доплывем к тем желанным просторам, где не будет уже грозных волн, страшных бурь. Не бросайте корабль, путь закончится скоро, и увидим мы чистого неба лазурь. Аминь.